Всем привет, дорогие друзья, с вами Дар Риди, и мы с вами играем в игрушку Alien Isolation. Что ж, давайте посмотрим. Так, мы остановились, значит, тут. Оттуда, я как помню, пробежали люди куда-то. Но мы смотрели, там... А, там ничего не нашли мы, короче. То есть они закрыли за собой двери. Хорошо, вот в таких штуках мы сохраняемся. Ну, пока не будем, мы должны идти вперед. Ух ты, тут кто-то граффити даже рисовал. Хорошо. Так, во фигу, на таком корабле кто-то балуется, рисует. Наверное, дети, что ли? Какого хрена? Эй-эй-эй. Не надо так. Тише, тише. О-о-о. Ужас. Самое что опасное, мы находимся в космосе, и вот эти землетрясения, они очень пугают, потому что вдруг что? Вдруг, нет, я думал, за мной закрыли дверь. А вдруг какая-нибудь щелка будет или дырка, и меня просто может засосать в космос, а там ни воздуха, ни кислорода, ничего нет. Ух ты, меня ударит током, если я вот так пройду. Твою мать. Ударила. Надо прыгнуться. Интересно, здоровье, по-моему, тут не пополняется. Плохо. Или потихоньку пополняется, нет? Нет, вроде нет. Фигово. Так, я уже забыл. Так, где тут как-то предметы собирать? Сумки все. Очень много сумок. Видимо, какой-то экипаж переправляли. То есть, наверное, с планеты на планету. Так, взять хлам. Так, окей, вот карта, нам надо вперед идти. Давайте встанем. Тут, смотрите, тут сидушки, тут, видимо, сидят люди и ждут чего-то. Вот пропускной такой, как в метро, знаете? То есть она открывается, закрывается, то есть ты там, если прошел проверку, то идешь дальше. Тут, видимо, багаж вылазит. То есть, да, по сути, это грузовой корабль, то есть он привозит людей с одного места на другую, видимо, с одной планеты на другую, я вот так понимаю. Или какая-то экскурсия. Что тут случилось? Никого нет. Это больше похоже на аэропорт. Смотрите, тут люди, видимо, чего-то ждут. Станция, да, вот эта станция, я так понимаю. А с этой станции они уже отправляются по планетам. Ну тут вообще, короче, пусто, смотрите. Ёлы-палы. А вот написано. Да-да-да, все правильно. Это как аэропорт, только космический аэропорт. Тут написано станции, куда они будут отправляться. Хорошо, давайте будем потише себя вести, потому что мало ли что. Так, терминал. Видиком. Так, туда можно? Давайте посмотрим на карту. Так, значит, я тут, зал ожидания. Я, значит, в зале ожидания, хорошо. Сюда я, видимо, могу пройти. Давайте пройдем. Дверь заперта. А, я думал, это стекло. У меня нет аптек. Так, нажмите левый Б для создания. Мне нужен шприц. У меня шприцев нету, чтобы создать аптеку. Ну ладно, я думаю, мы... Дальше потом мы... Сможем найти шприцы, я думаю, еще не одни. Так, о чем далее? Там что-то вообще, по-моему, разруха какая-то. Такая музыка реально настораживает. Туф-туф. Такие как шаги. Жалко, что здоровье не пополняется, то есть приходится самому искать шприцы, как-то пополнять здоровье. Так, нужен ионный резак. У меня нету ионного резака. У меня вообще никакого нет резака. Ладно, ищем выход, ищем путь далее. Фух, надеюсь, у меня получится. Если получится, будет все хорошо. Хочу пройти эту игрушку сначала до конца. Это будет здорово. Вместе с вами. Так, оттуда я пришел. Хорошо, значит, у нас только один вариант. Идти по лестнице наверх.
Так, другой этаж, это на X. Вот сейчас мы как раз пойдем на другой этаж и посмотрим карту этого этажа. Хорошо. Жмем на карту. А, вот тут небольшой такой этаж. Это, знаете, мне напоминает дом. В доме такая же карта была. То есть и мы там искали всевозможные ключи. Что такое? Корабль. Ребят, корабль летит. Торренс. Торренс? А, это же мой корабль, Торренс. Я здесь, Верлен. Они меня видят? Выйти на связь с Торренсом. Твою же мать. Твою ж мать! Она повторила мои слова. Твою ж мать, двери закрываются. Что мне делать? Надо спрятаться. Или что? Как бегать? Я не умею бегать. Она вообще умеет бежать? Кто-то взял и закрыл все... Вообще все окна закрыл. Я не знаю, для какой цели вообще, для чего это кто-то сделал. Может быть, это и правда высший разум, это чужой, умеет управлять этим всем кораблем. Ну, люди, я не понимаю смысл, чтобы люди закрывались от помощи. Человек вообще с... такая музыка реально настораживает. У человека есть свойство самовыживания, поэтому ему нет смысла отгораживаться от кого-либо. Смотрите, ребят, ну в такую дальше она могла просто взять и перелезть вот эту преграду. А нам приходилось все это обходить. В крайнем случае, вот тут могла перелезть. Вот значит, как за женщин играть, да? Ух ты, там что-то лежит, смотрите. Ну, так, восстановить подачу энергии нужно. Хорошо, нам надо что-то найти. Торренс от нас улетел, он меня не заметил. Так, we need help. Что-то помогите. Так, тут надо прыгнуться. А! Она может бежать. Окей, я зажимаю рычаг и бегу. Все правильно. Так она медленно бежит, но все же бежит хотя бы. Так, ладно, хорошо. Используем. Третьей попытки, я так понимаю, он запустится. Окей, подача включена. Это я по нему радио бакланит. Перестал, замолк. Так, хорошо, нам надо двигаться вперед. От простого к сложному. Вы это видели? Там кто-то прошмыгнул. Тихо. Давайте прыгнем. Вон там кто-то ходит. Ебать. Кто это? Это фонарик. Блин, прям в глаза светит. Так, потихоньку.
потихоньку идем. Давайте посмотрим на карту. Так, значит, я вот здесь. Мне надо, видимо, прямо идти. Так, легенда. Это у нас место резки. А, мне там, видимо, надо что-то порезать. Хорошо. Ну-ка, а там что такое? Это соус. Давайте встанем. Окей, возьмем шприц. Больше тут ничего не лежит полезного. Так, терминал. Так, личное. А, Зои, извини, но со следующей недели у меня больше не работаешь. Как ты знаешь, магазин давно испытывал трудности с финансами, и теперь у меня иссякли аргументы перед кредиторами. На Севастополь больше никто не летает. Дела идут плохо, но только у нас, судя по всему, станция приносит одни убытки, и от нее решили избавиться, продадут на металлолом. Наверное, я разговаривал с одним инженером, он сказал, скоро объявят официально, но я тебе говорю для того, чтобы ты не тратила время зря и не искала тут другую работу. На Севастополе можно ставить крест, попытаясь счастье в другом месте. Так, листать. Так, общий. Всем работникам космостарта в целях предотвращения паники необходимо довести до сведения всех потенциальных пассажиров, что в ближайшее время все рейсы со станции отменены и кораблей в наличии нет. Как только появятся новости о возобновлении полетов, мы сообщим распоряжение начальника службы безопасности. Понятно, то есть они оказались в ловушке, я так понимаю. А со станции никто не мог улететь. И, видимо, чужие всех их пережрали. Ну, кто-то остался живой. Кто-то выжил. А, он пока все... Ух ты, так, слушать. Улечен? После многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов. И разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, офигеть. Началась паника, и служба безопасности силой выставила людей из терминала. Так, жестоко, тут что-то произошло, да, люди паниковали, и это, в общем, жесть была. Так, давайте посмотрим на карту. А, мне надо назад обойти, я так понимаю. Так. Что у нас тут есть? А, личный терминал, это я посмотрел. И точка сохранения. А, вот она, точка сохранения. Хорошо. Так, мы сохранились. Теперь идем далее. Благо я умею бегать, научился. Как тяжело бежит. Вы не замечаете? Так, мы включили подачу энергии, я понимаю, я тут должен где-то... Должна открыться дверь. Так, не спешим, ребята. Наверное, вот это... Смотрите, нет, дверь заперта. Так, а куда мне еще надо попасть? Ну, вот тут место резки. Но дверь заперта все равно. Хорошо, еще можно туда попробовать сходить. Почему она обходит такую даль? Ей, по сути, можно перешагнуть просто. Так, нужен ионный резак. Где мне его взять? Что, мне опять назад надо топать? Я там, может быть, что-то упустил. Так, хорошо, сейчас посмотрим. Тут, значит, дверь закрыта.
тоже дверь закрыта. Фу, тогда надо нам наверх подняться и что-то там найти. То, что мне надо было найти, я, видимо, там не нашел. Ну-ка, а туда не смогу никак проникнуть. Ну подвинь ты эти провода и пролезь. Что, прям так сложно, что ли? Слушайте, мы включили подачу энергии, может быть, нам надо назад вообще вернуться? Хотя мы уже вот тут не были, давайте туда пойдем. А, нет, мы тут были. Этот компьютер, я так понимаю, нельзя зайти. Так, тут ничего нет. Нам надо вот в это место, значит, попасть. Может быть, нам вообще сюда надо прийти опять? Вернуться. Так, ладушки. О, это... Знаю эту игру. А, аэрохоккей. Раньше мне постоянно рубились. Ну, честно говоря, лучше бы я бильярд, конечно, приобрел. Давайте еще раз туда зайдем. Первый раз мне, кстати, страшно туда было заходить. Я думал, там кто-то есть, а это, оказывается, фонарик. Это терминал сохранения, это... Давайте еще раз зайдем, может быть, я там что-то упустил. Всем сотрудникам, что такое Аполло? Что такое Аполло? Это суперкомпьютер, который управляет рабочими андроидами компании Sigson и обслуживает все каналы связи на станции, где бы вы находились в надежных руках. Sigson вместе с к светлому будущему. Так, ничего тут интересного нету. Вот ион резак мне нужен. Но ион резак, я так понимаю, все же нам надо назад отправиться. Джонс, после многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. О, флайер еще. Ничего конкретного мы так и не узнали. Он снова начал уклоняться от прямых ответов. И разъяренная толпа стала швырять в него все, что под руку подвернулось. Кто-то открыл стрельбу, началась паника. Ладно, идем назад. Безопасности силой выставила людей из терминала. Так, без... Что-то мы ходим, и пока что ничего не происходит. Есть вариант, да, назад попробовать вернуться. Мы же подачу энергии включили, так что, может быть, там что-то открылось. Но тут явно ничего не открывается. Нужен ион резак. У меня его нету, к сожалению. Где его взять, я пока не имею представления. Два флайера есть. Да, нет у меня рюкзаков.
Хорошо, тогда идем назад. Потому что другого варианта я пока что не вижу. Потом так будем ходить вокруг да около. Смотрим, может, что-нибудь там найдем. Ух ты, а тут растение растет. Давайте нагнемся. Как вниз, дурочка. Подачу энергии мы восстановили, может быть, реально сейчас можно будет куда-то зайти. В трасс нельзя было сюда зайти, а сейчас мы посмотрим. Зашибись, нельзя зайти, то есть зря сюда бежали. Так, личный терминал и система сохранения. Ну, ребят, я тогда не знаю, что делать. Где-то в зале ожидания надо что-то найти. Это совсем начало. Мне кажется, нам не надо идти вниз. Ходим мы, колобрудим, и ничего мы не находим. В прошлый раз я тут что-то активировал. Давайте посмотрим, может. Хотя, вряд ли мы уже раз активировали. Гаррис, Тарнер, это Уэйтс. Возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. Так, ну и куда нам идти? Я уж не знаю. По-моему, все, что можно, мы уже все взяли. Так, вниз, дурочка. Значит, двери закрыты у нас. Так, ну я что-то теряю в догадках. По карте тут все закрыто вообще. Вообще все, никуда нельзя попасть. Можно вот прямо пройти, но там тоже там закрыты. Я не могу туда, не смогу там попасть. Что мы с вами будем делать, я уже не знаю, ребят, теряюсь в догадках. Хочется продолжения, но продолжения нет, потому что мы заблудились, ребят. Подачу энергии мы включили, не знаю, может быть, тут надо что-то активировать. Хотя навряд ли появилась бы какая-нибудь соответствующая эмблема. Нужен ионный резак, но у меня нет ионного резака. Так, и создать я его не смогу.
Может быть, наверху мы плохо посмотрели. Хорошо, сейчас посмотрим вот тут. Может быть, на этом балконе что есть. Компьютеров много, а толку мало. Этот вообще сломанный. Вариант, да, вариант идти туда, но я не знаю, как она сможет пройти. Перегнувшись, что ли, она может проползет. Там же дверь зеленая горит, значит, туда можно попасть. Как-то я не знаю, бы перепрыгнула, что ли. Ничегошеньки я не наблюдаю. Хожу, брожу, ничего не нахожу. Я уже, по-моему, тут везде побывал. Туда можно пойти прямо, может быть, правда, стоит попробовать пройти. Ничего нету. Сохранение. Я уже сохранялся. Как я не заметил? Ребят, почему я это не заметил? Тут крышка, вентиляционная шахта. Блин, не сразу так догадаешься. Окей, мы спустились вниз. Вон на чё, я-то думал, почему туда еще дорога есть? Это блин, да что такое-то? Вентиляционная шахта. Вентиляция, короче. Шахта для вентиляции. Ку-ку-ку-ку-ку. Что это такое? А, все шатается. Что, серьезно? Ну, это, наверное, землетрясение. Так, открываем шахту. Лазим. Все нормально, тут никого нету. Смотрим карту. А, вот теперь я вот вижу продолжение. Нам идти надо вперед. Окей, хорошо. Так, смотрим, может быть, что-нибудь полезное есть. Полезного я пока ничего не нахожу. В принципе, можно встать. Что это мы? На корточках. Там же вроде никого нету. Ну все, ну все равно мы спешить не будем, мы так походим. Тут все на куски разваливается. Жесть. Реально опасно, смотрите, все. Все искрится. Так, использовать. А, вот я отодвинул тачку. Так, собрал хлам. Тихо, 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 тише, тише, тише.
давайте назад спустимся. А что, я так пройти не смогу, я так понимаю. Все, что горит зеленым, я так понимаю, можно использовать. Жалко, она прыгать не умеет. Так, походу взяла, перепрыгнула. Какие-то провода торчат, смотрите. А, это лампа, видимо, да. Хорошо, давайте пойдем далее. Но тут опасно, тут почему-то начинает все шататься. Не, пока ничего не шатается. Только потихоньку, ребят. Не шуметь. Не шумим, ребят. Так, окей, такая напряженная музыка. Так, нам сюда. Теперь мы нагнемся. Офигеть, кто-то пробежал. Вы это видели? Нифига себе. Я что-то не понял, я, блин, отвернулся как раз. Но я видел силуэт от человека. Кого он бежал, я так не понял. Давайте аккуратнее. В ту сторону, короче, он побежал. Так, давайте посмотрим карту. Так. Мы, короче, в отделе выдачи багажей сейчас находимся. Тихо, потихоньку идем. Так, ну я никого не вижу. Фонарик нельзя? Ёптель. Фонарик нельзя взять с собой. А, если я буду спотыкаться от предмета, я понимаю, что я буду привлекать много шума. Ху-ху-ху, трупаки. Лежат и очень много. Причем их успели похоронить. Так, можно. Наверняка пойти. Впереди выход. Цель обновлена. Пройди через главную дверь. Необходим специнструмент. Можно подняться наверх, можно попробовать туда пойти. Там есть дверь, я вот вижу. Окей, комната добавлена. Посмотрим, что у нас здесь. Только потихоньку. Так, включили подачу энергии. Замечательно. Можно еще далее идти. Откроется новая комната. Можно опять же наверх пойти. Я мог вперед, в принципе, пройти. Ну ладно, потом. Давайте посмотрим. А, так, легенда. Важная.
А, вот там важное событие, мне надо туда потом будет прийти. Все двери тут закрыты. Кто-то шумит. На более никого не вижу. Ух ты, там трупак свежий. Тут тоже закрыто, но тут смотрите, прям она как бы не до конца, либо она открыта не до конца, либо закрыта не до конца. Везде нужен этот ключ, но у меня их нету пока что. Мне надо сюда попасть. Так, хорошо, спускаемся, где мы еще не были. А, ну да, в этой комнате же мы были. Хорошо, вернемся назад. Я уж совсем запутался в этих лабиринтах. В принципе, оно и интересно тем. Слышали? Упало что-то. Это фонарик. Лазер. Что такое? Какой-то лазер. Я думал, сейчас пальбу начнут. Наверху мы еще не были, пойдемте наверх. Видимо, что-то важное должно случиться. Сейчас зайдем в комнату. Это где мы сейчас? Паспортный контроль. Так, хорошо, мы начинаем изучать комнаты, то есть карта постепенно у нас расширяется. Идем прямо пока что. Так, значит, тут какое-то важное событие. Это Тернер. Опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится. Так, окей. В камеру кого-то посадили. Это важная информация была. Это Тернер. Опять пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало еще с алкашами нянчиться. Короче, посадил я его в камеру. Пусть проспится. Кого-то посадили в камеру, мне надо его найти. Я так понимаю. О, тут можно сохраниться. И я думаю, на этом мы как раз серию закончим. Так, где эта сохранялка? А, вот оно. Ну что ж, ребят, с вами был Даридзи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте видео. И всем удачи, ребята, всем до скорого. Пока-пока.